Вот тоже такая реставрация. Уже солнышко нам навстречу светит. Да, вот так вот. Так, ребята, я, в общем, здесь съемки, знаете, как решил сделать? Сначала, конечно, сейчас снимается, я уже много снял мест, просто загружать не получается в Турции, потому что с Ютубом проблема. Кое-как мы заходим, там закидываем ролик, потому что запретили Ютуб. Твиттер, по-моему, уже открывается, но Ютуб пока, Ютуб закрытый. Поэтому ролики будут постепенно появляться на моем канале. Я сначала исторические места снимать начал, потом набережную, потом город начну снимать, ну а потом уже по магазинам будем ходить. Вот смотрите, здесь тоже вид такой, вот такой вот вид, вот. Вот смотрите, там даже это есть, ну как бы сказать, надрисовки есть такие, да? Тоже относится, по-моему, к Риму. Колесницы, когда были гладиаторы, дрались они. Вот такой вот вид. Сейчас вовнутрь зайдем. Вот здесь тоже всякие рисунки есть. Это, по-моему, фираон, наверное, вот этот, как его назвали. Вот он. Так. Дальше вот на старом ихнем языке написано здесь. Видите? Такая вот реставрация. Вот. Вот, это, наверное, они поклоняются там кому-то. В то время кому они там поклонялись? Солнцу, да? Или еще что-то. Вот. И вот дерево, которое мне нравится. Красиво, там птички сидят. Вот такой вот видок. Так, я прошел только четверть пути. Сейчас я возвращаюсь домой. У меня уже загружена память в камере. Сейчас скоро она отключится. Пойдем домой. Тоже дом сниму я, где я живу в данный момент. Тоже выкладу на ролики. Ну и зарядим батарейку, скинем записи в наш ноутбук, в компьютер, вернемся и будем продолжать. Ну еще ночью будем снимать, ночью еще красивее. Так, здесь я заканчиваю съемку. Оставайтесь султаном. Всем пока, всем счастья в жизни и чтобы у всех все было ништяк. Bye.